На специальных площадках города пожарные демонстрируют боевые машины и последние, самые современные средства борьбы с огнем. Помимо этого, для школьников проводятся викторины, и с ними еще раз повторяются основные правила пожарной безопасности. Посмотрите, сколько техники здесь перед вами представлено, современной пожарной. Потом вы ознакомитесь с ней поближе. А в старину, когда не было машин, вот так наши пожарные выезжали на пожар. На лошадках. Просто лошадь запрягали, кучер пожарный садился, и все. Пожарный обоз был готов выехать на пожар. И уже гораздо позже, а это случилось в 1930 году, наш Уфа получает первый пожарный автомобиль. Какие основные правила пожарной безопасности ты знаешь? Ну, когда вот пожар, надо намочить тряпку, прижать ко рту и потом ползти по полу к выходу. Когда горит что-нибудь, надо обязательно вызывать пожарную. Вот все это должны ответить наши герои. Телефон? Тот, кто ответит первым, Назенька, мы будем с тобой играть в игру, называется «Вызов пожарной охраны». Вот представь себе, что я, диспетчер пожарной охраны, принимаю звонки, а ты, Надя, сидишь у себя дома, и вдруг у тебя из телевизора начинает валить дым, происходит пожар. Так вот, как ты будешь вызывать пожарную охрану? Расскажи, пожалуйста. Я возьму телефон поскорее и нажму 01. Мне больше всего понравилось то, что конкурсы придавай, были и всякие представления. Нахожусь в парковой квартире «Житель» и уже подбегает и готов к тушению пожара. И спасаем, рискуя собой.